Турецкая разведка ликвидировала шпионскую сеть, которую дистанционно установили израильтяне. Члены израильской внешней разведки Масад общались с палестинцами, живущими в Турции через социальные сети. Они представили сотрудниками НАТО или аналитических центров, проводящих исследования в Турции. И некоторые цели немедленно связывались с турецкой разведкой, которая стала записывать каждый их разговор. Кроме этого, отслеживались платежные операции, которые осуществлялись через Western Union, в основном из Бельгии, Германии, Италии и так далее. Фейковая благотворительная организация, открытая Масадом, также была разоблачена, а ее веб-сайт, который управлялся из тель взломан. Операция длилась около полутора лет. В декабре 2022 года шпионы были арестованы. Всего в сети были задействованы 44 человека. Об успехе турецкой разведки Аль-Джазира сняла и публиковала документальный фильм, в который вошли аудиозаписи, показания свидетелей и документы по этому делу. В расследовании журналистов утверждается, что Масад посредством вербовочной деятельности пытался шпионить за высокопоставленными членами палестинских организаций, проживающих в Стамбуле. Это еще раз доказывает тот факт, что, несмотря на улучшение сложных дипломатических отношений между Израилем и Турцией, израильтяне не оставляют попытку укрепить и расширить свое влияние в стране. Ума-класс – это онлайн-школа для детей любого возраста. Вся школьная программа, официальное зачисление в любое время года, удобная IT-платформа, получение базовых шариатских знаний, углубленное изучение арабского и английского языков. Получите бесплатную консультацию на сайте умакласс.ру. Ссылка в описании.